Так, второе видео. Также подключение без соплей и пыли. У вас есть гитара, звуковая карта, компьютер, ноутбук и процессор. У меня это Helicon Play Acoustic, Focusrite двухканальная, микрофон, ну и гитара. Это чтобы были эффекты. Гитару подключаем во вход in. Если у кого Helicon такой, вот он, воткнули. Микрофон включаем во вход in, то есть вход, воткнули. Это микрофон и гитара, видно, да? Звук обрабатывается с микрофона в Helicon'е, с гитары, соответственно, тоже. Настройки не показывают, там это очень все мудро и долго. Это выходы с этого же Helicon'а. Гитарный выход, гитар, а это микрофонный. И также включаем звуковую карту двухканальную, джеки. Оп, воткнули, все. Звук идет с гитары на процессор, с микрофона на процессор, из процессора выходит звук уже обработанный. Вот в этой коробке он обрабатывается. Все, звуковая карта. От звуковой карты шнурок. Шнурок включаем в ноут или в компьютер. Вот, допустим, раз, включили, забыли. И все, пошла запись. Программу устанавливаете, какую вам надо, ноутбук или компьютере. Еще раз напоминаю, если микрофон динамический, как этот, то ничего включать не надо на звуковой карте. Если микрофон конденсаторный, вертикальный, кнопка 48V, она подаст питание на микрофон. Все. 1,5-2 минуты. Рассказал, запомнили. Пользуйтесь.